Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Тема сегодняшнего видео будет о профсеменах. Почему я предпочитаю выращивать свои растения из профессиональных семян, которые заказываю в интернет-магазине. Предпочитаю я два магазина «Соло» и интернет-магазин у Беллы. Уже давно не покупаю обычные семена в цветных пакетиках, так как большая разница выращенных растений. В продолжении этого видео обязательно вам покажу, какие петунии у меня были в этом сезоне выращены из профессиональных семян. В каждом горшочке объем разный был, от 8 до 12 литров на одно растение. И вырос такой куст, такая мощь на вот такой объем. Можно будет это посмотреть в моих фотоотчетах под хорошую музыку. Итак, чем же отличаются все же наши семена? Во-первых, схожестью. Схожесть семян профессиональных намного-намного лучше. Далее, когда уже наши семена проросли, очень большая разница семян в их развитии. Когда растение начинает развиваться, и все же профессиональные семена развиваются, растение на более кустистое, более мощное, не такое вытянутое, компактное. И далее, когда уже растение взрослое, уже растение больше становится, когда мы высаживаем уже даже в открытый грунт или в горшок, из профессиональных семян вырастают огромнейшие растения с обильным цветением. Такое растение не вырастешь из обычных семян. Поэтому только поэтому я предпочитаю семена профессиональные. Конечно, вегетативные растения, которые мы приобретаем только черенки, те растения, которые развиваются только вегетативным способом, их не выращивают семенным, конечно, еще красивее, еще лучше, и куст мощнее, и цветение больше. Поэтому, друзья, если вы хотя бы раз попробуете вырастить петунию из профессиональных семян, вы поймете разницу, увидите яркость этого растения, огромный мощный куст, огромное количество цветоносов, которые будут всего лишь на одном растении. Так что пробуйте, заказывайте, сравнивайте. Обязательно, если вам интересно, где я заказываю семена, я оставлю ссылочку под этим видео. В описании этого видео можете пройти по ссылке, но хочу сказать, что последний раз у меня заказ был оформлен у Беллы. Срок по сравнению с интернет-магазином Соло, срок поставки от момента оплаты увеличился в связи с тем, что сейчас очень, я так понимаю, большие заказы идут, в больших количествах девчонки не успевают, и срок заявлен около 6 недель, приходится ждать. Посылочку я последнюю еще не получила. Несколько посылок в этом сезоне уже заказывала вот осенью. Соло, интернет-магазин Соло быстро работают, быстро производят сбор семян. Но хочу сказать, там что-то в этом сезоне меньшее количество различных видов. То есть мало очень, маленький ассортимент. А у Беллы, конечно, ассортимент очень хороший, большой, но сроки. Так что, если еще есть время вам подождать, заказывайте и сравните уже, когда вырастите, даже во время выращивания, с момента посева, схожесть, развитие, цветение, заболевания. То есть обычные растения, которые мы выращиваем из обычных семян, да, они подвержены больше заболеванию, чем из профсемян. Так что оставайтесь на моем канале, смотрите мои петунии, фотоотчет под хорошую музыку. Понравится видео, не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи и всего самого хорошего. До новых встреч!
Thank you.